Деревня Богданова недалеко от Десногорска. По словам местных жителей, здесь фашисты в очередной раз столкнулись с уникальным боевым духом советских солдат. Противостояние Красной армии натиску неприятеля заставило последнего отступить на десятки километров от этой высоты. В немецких книгах написано, что впервые встретились немцы во время войны с 1939 года. Значит, такое сопротивление ни за одну европейскую столицу не было таких жестоких боев. Поисковые отряды продолжают находить здесь немых свидетелей войны. Останки солдат, оружия и предметов амуниции. С недавних пор здесь установлен монумент – памятник 109-й танковой дивизии Красной армии. В августе-сентябре 1941 года именно она смогла сдержать натиск неприятеля. Организатором, вдохновителем, всем, кто приложил руку к тому, чтобы эта память была в наших сердцах. Спасибо им, и давайте будем не забывать о наших дедах, о наших прадедах и вечная им память. Силами ветеранов Смоленска АЭС, а также всех неравнодушных жителей монумент был открыт в октябре 2018 года. Общими стараниями здесь планируется создать полноценный культурный объект. Место, где можно вспомнить о подвигах Красной армии и почтить минуты молчания тех, для кого эти подвиги стали последними в жизни. И со временем это место станет культовым местом. И в этом месте будут собираться по памятным датам жители близлежащих населенных пунктов. Сегодня свой вклад внесли школьники из села Остер Смоленской области. Юные смоляне и все присутствующие продолжили благоустройство памятника. Было высажено несколько десятков саженцев хвойных деревьев. Олег Соловьев, Юлия Соболева, Владислав Полоскин, Десна ТВ.